предыдущий заплыв был с Жигулевским, ну, как бы начало всему, классика. Батарейки все к херам собачьим сели. Сейчас, я надеюсь, батарейки уже не сядут. И мы вот попробуем Green Team, не побоюсь этого слова, от компании вот Courage Brew. Брюери, наверное, или брю. Ну, брюери. Привет! Кто ты такой? Блюи. Только не сюда, пожалуйста, мистер, это все-таки Мерседес. Да нет, меня так зовут, Блюэ. Какой цвет интересный. Цвет еще. Мы же пополам. Так, сейчас, секундочку, еще чуть-чуть. Ну, и как, хорош. Какая-то здесь еще только какая-то, простите, мошка. Мошки, мандавошки, это как бы ничего страшного. Белок лишний не помешает. Кому не страшно, кому... Нет, слушай, здесь явно меньше полбанки. Давай еще чуть-чуть. Ты пей, вдруг тебе не понравится. Чуть-чуть. Это же типа заявлено как кислое ИПА. Давай-ка, залил. Кислое ИПА. Секундочку. Маловато! Маловато будет! Да, во, все. Ну, наше здоровье, чтобы это... Ну что, пробуем, да. Не значило. Кислую. А что мне пробовать? Я... О! А? Кислое ИПА. Прикольно. Тут как бы не написано, ИПА. Чего, что, чего с чем. Давай будешь рассказывать, что ты там во вкусе такое учуял. ИПы вообще не чувствую. Ну, на послевкусе, на глотке. В ИПу в том понимании, в котором я привык. Да. Тут ее, в принципе, нету. Но я так понимаю, какое-то сухое охмеление. В этих технических штуках я пока тоже не силен. Я только на уровне ощущений. Пиво прям вообще не кислое. Легкое. 7 оборотов. 7 оборотов. Обалдеть. С 3 банок можно, в принципе, нормально накидаться. Кто как. Пытаюсь. Ну, если быстренько так. Хоп-хоп-хоп. Что из заявленного, хотя здесь ничего не заявлено, ты внутри так ощущаешь? Я для себя тут почувствовал, понятное дело, огурец, хотя на картинке нет никакого огурца. Овощное что-то? А вот нихуя и не овощное. Здесь заявлено, я так понимаю, опять же, это все по картинке надо смотреть. Киви, крыжовник, гуава, огурец, молоко любимой женщины. Огурец есть такой прям водянистый, на прям такой легенький-легенький. Вообще он, это пиво, у него очень такой аккуратный вкус. Ничего не выпячивается. Практически не сладкий, тут чуть-чуть сладковатое. Чуть-чуть солоноватое. Тебе тут даже и ИПА, и газе, и саур. Совершенно не горь. Ближе даже гёза, наверное, вот мне. Вот. Опять же, в моем понимании, как бы вот это как-то похоже вот на вот какое-то такое гёза. Ага. Тут основа какая-то овощная. Икра заморская баклажанная. Киви. Ну, сухое охмеление ощущаю. Киви, может быть, прям в самом начале. Начинается вот какой-то типа сладостью, чуть-чуть совсем, а заканчивается и солоноватостью. Кислотности, кислинки практически нету. Мне это, в общем-то, нравится. А то тоже поднадоедает вот это вот все время вот это кислющее пиво, кислющее, да. Хороший, интересный напиток. Но, опять же, может быть, как бы минус это или не минус, если заявлено ИПА, то кто напиздел, какая ИПА? Никакая не ИПА. И не ИПА. То есть это не Indian Pale Ale. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Ну, а если говорить о музыкальных пристрастиях и сравнивать вот вкусы, вот представь себе, что ты как бы как Луи Армстронг или кто-то там, ну, который ничего не видит, а только вкусы ощущает. Ну и музыку слушает, джаз свой играет, как бы. Вот с чем бы ты сравнил вот. Не знаю, овощное танго. Моральный кодекс. Я небольшой знаток этой группы. Мы все стоим под звуки овощного танго. Под крик и гол. Слушай, ну я бы, наверное,
ну, как-то в моем понимании, это какой-то ранний Blind Guardian. Правильно ли я произнес это, не знаю. Blind Guardian? Ну да, такой мелодичный-мелодичный спидачок. Спидяшка, или как? Ну и оценка хули. Я пятерку ставлю, однозначно. Близко к этому. Ну хорошо, я бы, небольшой я, минус я, за я, то, я, что я... написали ИПА, ни хера никакая не ИПА. Ну, я это можно за минус я бы я за это и не посчитал бы. Я единственное, я просто очень люблю, когда пиво, оно холодное, холоднющее. Я думаю, что если бы оно было холоднющее, то я бы вообще офигел бы от него. Да, поэтому, наверное, 5 я ему тоже поставлю, хорошее пиво. А завод, ты говоришь, Кураж. Вот, вот он вот такой, вот прям... Аккуратное пиво, аккуратное пиво, да, аккуратное, ага.